отель «Акация Пальм», клуб «Махиндра». Он находится на южном Гоа, совсем недалеко от берега моря. Это ресепшн отеля. Это ресторан отеля. Вот такой небольшой бассейн. О, кстати, он достаточно глубокий. Территория отеля. Есть территория. Здесь вот есть такая детская комната. Теннисный, бильярдный корт. Это хоккей. Различные игры, разукрашки. В общем, да, здесь с детьми будет интересно. Скорее всего, еще можно брать вот эти байки на прокат. Ну, и обучают играть крикет. А это что? Акация, наша десятка. Вот такие приличные виллы. Здесь только такого типа здания. А в отеле только категория номеров Deluxe. Вот так вот здесь комфортная зона для отдыха. В отеле есть бесплатный Wi-Fi, но он только на территории и в лобби, и на территории в бассейне. Так, это ванная комната, а есть фены, принадлежности ванной. Полноценная душевая кабина, очень приятный запах в номере. Такой большой просторный номер. Есть балкончик, столик со стульями, чайный набор, кофе, чай бесплатно. Неплохой отель, здесь комфортно, чисто, номера хорошие, нет никакого неприятного запаха. Отель находится практически на первой береговой линии, рядом есть инфраструктура. В общем, отель рекомендуем. Это то, что рядом с отелем «Акация Пальм». Дорога. И это дорога, которая ведет на пляж. Как я и говорил, пляж буквально несколько метров.